Когда мы поем «А», первый слог, наши губы как бы немного так растянуты, как в улыбке, и рот приоткрыт, и мы слушаем вибрацию из нижних чакр. И тот, кто сосредотачивается на слоге «А», когда поет мантру «Ом», так считается, он преуспевает в физическом мире, в измерении Вишва. Когда мы поем «У», наши губы меняют конфигурацию. Они немного как будто сжимаются в трубочку. «У-у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 
грудной клетки. Эта область очищается. И кто преуспевает, сосредотачиваясь на У, тот преуспевает в понимании тонкого мира, вибраций, сна со сновидениями. Наконец мы завершаем мантру, и когда поем, мы смыкаем губы и как бы гудим уже.
вот это гудение, вибрация охватывает уже верхнюю часть тела, горло, голову, макушку. Она связана со сном без сновидений. Тот, кто преуспевает в понимании, в исследовании вибрации и звука, тот преуспевает в знании причинного мира, причинного тела. А еще есть непроизносимое после. Оно как бы подразумевается. Тот, кто преуспевает в исследовании, понимании его, тот реализует измерение Турья, четвертое. И вот есть слог Ом, это мистерия, когда мы вот эти улавливаем вибрации, погружаемся в них, чувствуем своими каналами, как они называются, своими пранами, помещаем в них сознание. Что мы делаем, как мы поем, на чем мы сосредотачиваемся, если не брать в аспект визуализацию древоприбежища, испускания и прочее. Мы не сосредотачиваемся на чем-то одном, мы равным образом соединяем созерцание со всеми тремя аспектами и тремя вибрациями, подразумевая, что измерение Турья проникает в все другие измерения. Итак. Это соответствует духу воззрения и созерцания, которые мы практикуем. Так, продолжаем беседы со Шри Раманой Махариши, воззрение Адвайта Веданты. Золото не является украшением, но украшение есть не что иное, как золото. Какую бы форму украшение ни принимало, и как бы украшения ни различались, есть только одна реальность, а именно золото. Золото и украшение — это традиционные метафоры, которые используются философами Адвайта Веданты, Шри Шанкарачарьи в текстах. Золото — это брахман, что-то однородное. Однородное, недвойственное, чистое божественное сознание. Украшения – это энергии, модификации брахмана. Татвы, шакти, кончуки, коши, оболочки – все это украшения. Когда мы смотрим на украшения, то подразумеваем в ювелирном магазине два фактора. Первый фактор – это то, что это драгметалл, золотое что-то, очень дорогое и ценное. Второе, что кроме того, что это золото, это еще изделие. Какое-то ювелирное изделие, в которое вложена работа. Цепочка, кулон, браслет, кольцо, серьги. Что-то вот такое, что-то красивое, искусное. Но подразумевается, что мы в первую очередь оцениваем не красоту, мы ценим не красоту самого изделия, а мы ценим сам статус золота. Сначала это золото, потом изделие. Потому что такое же красивое, но если это не золото, вы идете в ларек, в ближайший ларек и покупаете за 200 гривен. То же самое по форме, конфигурации. Но там вам скажут, с вас там 2000 долларов. Совсем разный уровень цен. Почему? Потому что это статус золота. То есть в данном случае не красота ювелирного изделия ценится, а сам статус металла, драгоценного металла. Он главный, он является главным определяющим свойством. Таким же образом, брахман подобен золоту, а все модификации энергии и формы подобны украшениям. Поэтому Шанкара говорит, все украшения – это все-таки золото. Так же, как в ювелирном магазине, все многообразные украшения – это все-таки главный определяющий признак всех украшений – это статус золота, статус драгметалла. Можно даже все это переплавить и ничего не потерять. Все равно это останется золото. Можно смять серьги, браслеты, кольца, сережки и переплавить что-то другое, делать слиток, но это все равно останется ценным чем-то. Но если не будет статуса золота,
то какие-нибудь медные украшения вы сомнете, это вообще не будет не иметь никакой ценности, это можно выбросить. Вот это определяется, что после того, как сминается, остается ценность или нет. Имена и формы уходят, сминаются во время пралаи, а брахман, как высшая ценность, остается. Овладение воззрением означает, мы всегда понимаем этот принцип, принцип золота брахмана, чистого, недвойственного, божественного сознания, и учимся его созерцать, настраиваться на него, расслабляться в его осознавании, быть всегда сонастроенными именно на этот принцип, в первую очередь. Мы не отрицаем энергию. Очень важно понять, мы не нигилисты. Как только вы начинаете отрицать энергию и говорить, вообще только золото, вас могут записать в нигилисты. Мы не стремимся стать нигилистами. Мы должны следовать пути срединного воззрения. Нигилизм – это форма отклонения воззрения. Мы должны понимать энергии, уважать их на своем уровне. Но они идут вторым номером. Они все равно подчинены принципу воззрения. То есть мы украшения тоже изучаем. Мы должны разбираться в них, но мы понимаем статус золота, который идет в первую очередь. Когда теряют воззрение, кто может сказать? Какой пример можно привести? Да, когда смотрят, о, как красиво сделано, и смотрят, там уже не золото, а железо, например, и обращают внимание на форму. А эта форма, она ничего не стоит. Ее отштамповали, она не имеет какой-то цены. Но даже золото, если оно некрасиво сделано, оно не теряет своего качества. Вот это называется потерять воззрение. Мы никогда не должны терять воззрение. Воззрение – это наша высшая защита. Это наша стабильность в практике. Это гарантия того, что мы не захватимся двойственной сансарой. Это наш путь, наш идеал. Это то, что должно стать естественным состоянием. Но поскольку не так просто утвердиться в таком великом воззрении, потому что реальность тела, пяти оболочек и сансарного мира постоянно говорит нам обратное, и воззрение очень уж недосягаемо, мы должны применять метод медитации, созерцания, осознавания. И медитация, созерцание, осознавание, все они направлены на того, чтобы привыкнуть к воззрению и никогда из него не выпадать. Сделать его устойчивым, сделать его непрерывно длящимся, чтобы соединить воззрение и созерцание. Чтобы оно проникло очень глубоко и растворило нашу карму. Потому что воззрение – это даршин Бога. Точно так же дело обстоит с телами и атманом. Единственная реальность есть атман. Отождествлять себя с телом и все-таки искать счастье – все равно, что пытаться пересечь реку, сидя на спине аллигатора. Отождествление с телом вызвано обращением вовне и блужданием ума. Продолжать пребывание в этом состоянии значит только держать себя в бесконечной путанице, и мира не будет. Поиски счастья основанные на телесной концепции, изначально обречены на неудачу, на неуспех. И кто хочет проверить, может взять интервью у 80-летнего дедушки, 80-летней бабушки. Удалось ли им обрести постоянное, вечное счастье на телесной материалистической концепции? Поэтому это подобно попытке переплыть реку, держа на спине аллигатора. Этот же аллигатор может тебя и съесть. Все великое заблуждение мира, все великое заблуждение человечества
Это одна большая попытка плавать на спине аллигатора, которая всегда заканчивается ничем. Все утопические надежды на счастье в материальном мире вне Дхарпы, на достижение материальным путем исполнения своих желаний – это неведение, заблуждение. Это подобно попытке найти сокровище в сновидении. В детстве мне иногда снились игрушки, значки, что-то такое драгоценное, очень красивое, настолько реальным. Я уже вот-вот готовился взять его, но в этот момент просыпался. Долго не мог понять, куда они исчезли. Миражи. Вот-вот вы хотите взять это материальное мирское счастье, но оно исчезает. Материальное счастье само по себе бесплодно, если в нем нет Бога. Если в нем нет правильного воззрения и правильного созерцания. Это миражи, за которыми гоняются все люди. Оно бесплодно. Ну, с чем это можно сравнить? Может, как фрукт, который гнилой. Мы хотим сорвать фрукт в надежде, что мы им насытимся, но толком насытиться им невозможно. Вот что такое материальное счастье. По логике, когда люди понимают это, они все должны быть в очереди у монаха записываться на саньяса-дикшу. Или на карма-саньяса-дикшу, или на символ веры. Но видите ли, видим ли мы такие очереди? Нет. В чем причина? Одна – это сильное неведение. Сильное неведение. Потому что люди вновь и вновь надеются на материальное счастье. Эта надежда на материальное счастье уводит их от истинного понимания. Тело, материальные энергии, они тоже имеют место, они используются и в дхарме, но они используются правильным образом, уже в духе воззрения, созерцания, без поиска материальное счастье. А для преображения, преобразования – это совсем другой подход. И вот перевернутая картина мира – это когда счастье ищется в материальном мире, основываясь на телесной концепции. Весь образ жизни человека, он связан с этим. Восстановление правильной картины мира, когда наша концепция счастья и понимание счастья основано на правильном воззрении и правильном созерцании. Тогда все становится на свои места. Наша сватхарма, внутренний голос, внутреннее предназначение начинает совпадать с дхармой, с мокшадхармой. Мокшадхарма начинает совпадать с ритой. Все дхармы начинают совпадать. Когда все они совпадают, наше сердце бьется в унисон с пульсацией космических ритмов, космической гармонии, вселенской шакти. И это нечто очень естественно присущее, это нечто очень чистое, целостное, мудрое, и это называется хаджа. Когда мы этим овладеваем, это называется хаджа. Мы восстанавливаем свою природную естественную целостность. Ищите ваш источник, погружайтесь в себя, атман, и оставьте все остальное в покое. Новое рождение означает неудовлетворенность нынешним состоянием и желание быть рожденным там, где неудовлетворенности не будет. Мы должны искать атман и оставить все остальное в покое. Часто мы забываем это. Искать атман означает практиковать атмавичара. Оставить в покое означает делать то, что надо, в соответствии с твоей дхармой, не беспокоясь, но не слишком отвлекаться. Часто мы не можем оставить в покое что-либо. Нам есть дело до всего, даже когда мы вступаем на путь освобождения. Иногда кажется, что вступившим путь на освобождение им особенно есть дело до всего. До соседа. Что он делает, что он думает, как он говорит, там, да еще чего-то, иногда до политики. Вот смысл саньясы – это оставить мир в покое. По принципу позволить чувствующим существам в сансаре быть чувствующими существами в сансаре.
а самому ревностно вести свой духовный поиск. Но и что, что у другого какие-то вот такие невообразимые клеши? Как это вам поможет в вашей персональной атмавичаре, в вашем персональном освобождении, непонятно. Вам поможет, если вы чужие клеши будете видеть как просветленные, как игру просветленных мудростей. Чисто вам даже. Но принцип такой, что мы должны смотреть за своими грехами и не очень смотреть за чужими грехами. По крайней мере, если нас на это не уполномачивали. Это и есть принцип оставить мир в покое. Потому что действительно перед нами стоит большая задача – это самоисследование. И мы должны отдать всю свою силу, все свое внимание самоисследованию, все свое время. И сначала мы готовимся, и когда мы готовимся, обретаем качество, очищаем ум, занимаемся севой, карма-йогой, упасаной, выполняем базовые практики, слушаем сатсанги – это и есть первая земля мудрости. Но на второй земле мудрости мы начинаем разворачивать ум вовнутрь. Мы начинаем исследовать «я», находим внутреннего наблюдателя. Мы воспитываем внутреннего наблюдателя. Мы понимаем, как это осознавать внутреннего наблюдателя, осознавать того, кто видит, того, кто слышит, того, кто говорит. И это очень большая постоянная работа, в которой мы не должны отвлекаться. Мы очищаем внутреннего наблюдателя. И самое интересное, мы учимся действовать заново из внутреннего наблюдателя, потому что сам факт поиска вхождения во внутреннего наблюдателя не отменяет факта, что нам все равно надо действовать. Мы также должны варить просад, убирать в своей комнате. Не то, что мы все забросили, я во внутреннем наблюдателе, вы что? Я выше всего этого. Кто так делает, это значит нигилизм. Он идет по пути нигилизма. Мы также должны следовать этике, также делать пуджу, упасану, хатха-йогу, что-то еще. Но уже это приобретает другой вкус. Уже это идет под другим особенным знаком. Это идет под знаком внутреннего наблюдателя. Какое-то очень тонкое, неуловимое состояние привнесено. Все как бы немного по-другому. Это подобно, как черно-белая была картинка, и вдруг стала цветной. Потому что во все привнесен этот внутренний наблюдатель, и мы стараемся от него не отвлекаться. И когда мы учимся жить во внутреннем наблюдателе, это означает, что мы с утра до вечера пытаемся быть во внутреннем наблюдателе. И при этом мы не замыкаемся на внутреннем наблюдателе только как на «я». Этот внутренний наблюдатель снова должен обретать прибежище. Если умом было обретено прибежище, то когда мы входим в внутреннего наблюдателя, там уже нет ума. Но этот внутренний наблюдатель не должен сосредотачиваться только на себе, иначе он выродится и сосредоточится на каком-либо внутреннем ментальном эго-состоянии. Внутренний наблюдатель тоже должен устанавливать отношения с трансцендентными объектами, с Шивой, с Шакти, с Гуру, Дхармой, Сангой. В этом смысл Панчаратна-пранама-мантры. С Сишта-деватой всегда есть опасность нигилизма. Опасность нигилизма, когда идет отвержение, отрицание, закрывание трансцендентных божественных энергий или игнорирование законов Шакти. Мы делаем все то же, но под знаком внутреннего наблюдателя. И это очень важно, потому что внутренний наблюдатель, как ребенок, должен получать питание, он должен пестоваться, он должен расти и расширяться, он должен находить объекты самоотдачи и отдаваться. Он не должен замыкаться только на себе. Только в этом случае он вырастет. Но все, что мы делаем, мы уже делаем из этого внутреннего наблюдателя. И вот атма-вичара – это когда мы разбираемся сами с собой. Что есть я, что есть не я. Это не значит, что мы освободились, но мы чуть-чуть разобрались. Если раньше мы путали все время, то сейчас мы разобрались. И это время, когда мы по-настоящему обнаруживаем подлинного себя. Не того, который в эго, который в уме, не того, который создает некий образ для других, и даже не того, который создает некий образ для себя, а истинного, подлинного себя. Когда есть личность – это тот, который является сущностью, когда мы обнаруживаем сущность.
И когда мы раскрыли такого внутреннего наблюдателя немножко, вернее, утвердились, его воспитали, это вторая земля мудрости. Вот когда мы не выпадаем из него, и мы поняли философию жизни в наблюдателе, и наша атмавичара длится постоянно, и смотрим глазами атмавичары на Мурти, на гуру, на соседа, на самого себя, на трансцендентные объекты, на Вселенную. Это определенный взгляд на мир, определенный взгляд на жизнь из неума. Тогда вторая земля мудрости обретена. Затем следует процесс, когда мы понимаем, этот внутренний наблюдатель, он еще очень узок, его надо раскрыть, надо дальше его исследовать, надо тоньше посмотреть на все это. И мы начинаем исследовать дальше, и внутренний наблюдатель начинает разворачиваться. Он начинает разворачиваться до свободно плывущего, всепроникающего сознания, до состояния пространства. Он начинает устранять барьеры, ломать границы внутреннего и внешнего. Эго и не эго, себя и других. Мы начинаем понимать, что вот этот внутренний наблюдатель, который мы достигли на второй пхуме, непрерывной атмавичарой, это было что-то ограниченное, потому что все равно было много разделений. А на третьей стадии ломаются границы между собой и энергией, между собой внутренним и внешним. Когда мы открываем свободно плывущее, поддерживающее, самоподдерживающее состояние, пространство, подобное небу, и наш внутренний наблюдатель трансформируется, мы теряем, как бы это сказать, человеческую форму. Если мы были человеком на второй пхуме с внутренним наблюдателем, то на третьей пхуме мы становимся по-настоящему в тонком теле пространством. Это не значит, что мы как-то меняемся на физическом уровне на третьей пхуме. Такого нет. Вы также остаетесь человеком. Но в тонком теле происходят изменения, потому что процесс мананаша означает, вы отрываете свое сознание и от ума, и от эго, и от памяти, и сознания, и от будхи, который содержит вашу карму. По крайней мере, пытаетесь оторвать через активацию будхи и насыщение его светом милости. Третья пхума, пхуме, когда вы раскрыли внутреннего наблюдателя до пространства осознавания, когда вы его очистили, воспитали, утвердились в бодренном состоянии и научились действовать в нем. Это очень похоже на атмавичару, но это немного другое. В атмавичаре ваше яисмосознавание точечное и центрированное во второй пхуме, но оно непрерывное. На третьей пхуме оно распахнутое, всепроникающее и более естественное. Оно включает в себе и внешний мир также, но оно требует внимания и поддержания. Наконец, когда вы длительное время удерживаете его, и ваши васаны растворяются, то оно начинает замыкать круг дня так, что вы с утра до вечера можете его поддерживать. Но это еще не четвертая пхуме. Нужно, чтобы оно проникло в сон со сновидениями, и ваше сахаджа присутствие удерживалось так же хорошо во сне со сновидениями, так же, как и в бодрствовании. Вот это величайшее достижение вашей жизни. Если вам удастся добраться до четвертой пхуми, вы можете поздравить себя. Вы достигли начального просветления и начального освобождения. И дальше все следующие пхуми заключаются в том, что ваша атмавичара трансформируется в брахмавичару. Вы непосредственно исследуете Бога, вы познаете Бога посредством своего собственного, выращенного созерцательного присутствия. Все следующие пхуми – это углубление, проникновение в Бога с помощью выращенного сознания. Поскольку никаким другим инструментом, кроме естественного осознавания, Бога постичь невозможно. Ни концепциями, ни какими-то только методами и усилиями. Но вот этим состоянием сознания, оно единственно пригодный инструмент для прямого постижения Бога и реализации апарокша джняны. Рождения, связанные с телом, не могут задеть атман, который остается даже после разрушения тела.
Неудовлетворенность вызывается ошибочным отождествлением вечного «я» с разрушаемым телом, которое есть обязательный придаток эго. Если эго убито, вечное «я» открывается во всей своей славе. В нашей традиции мы не убиваем эго как функцию, но мы уничтожаем отождествление с ним. Правильнее было бы сказать, мы мягко отстраняем его от власти. Мы не лишаем его функционирования, просто показываем ему его правильное место. Например, если есть царь и есть придворный швейцар, который открывает двери, у придворного швейцара тоже может быть очень красивый мундир. Иногда они так выглядят очень представительно. Так что несведущий человек может перепутать его с царем. Он может увидеть, о, какой важный человек. Это, наверное, царь. И высказывать ему знаки почтения. И слушать его внимательно. Но когда мы поняли, что это просто швейцар на дверях, который просто выпускает посетителей, мы понимаем, что нам надо искать истинного царя. Таким же образом, мы не уничтожаем эго швейцара. Мы просто разбираемся, кто есть кто, и понимаем, у эго есть просто функция. Оно делает кое-какие вещи для действия, и все. А царю мы указываем все знаки внимания, почтения и слушаем его. Это и есть процесс мано-наша. Мы не прогоняем швейцара. Кто будет открывать двери тогда? Делать другие функции. Эго помогает в разных жизненных функциях. Мы его оставляем на своем месте, но мы его лишаем той силы, власти и той значимости, которая на нас оно оказывает влияние. Все люди находятся под гипнозом этого швейцара. Можно называть его не швейцаром, даже более важным, министром, который принимает решения, но он все-таки не является царем. Все люди находятся в рабском положении по отношению к этому министру, потому что не распознают его природу, не распознают свое истинное царское положение. Но когда мы разбираемся, мы его просто отстраняем от принятия важных решений. Принятие важных решений и все свое внимание отдаем этому царю. Откажись от этой жизни, если ты хочешь жить. То есть откажитесь от неправильного отождествления и помните, что тело без атмана существовать не может, тогда как атман существует без тела и всегда. Вопрос. Страх является следствием возможности несуществования. Он относится к телу. В глубоком сне тело не сознается. Человек не боится, но ищет глубокий сон, тогда как смерти он страшится. Чем вызвано различие между этими двумя взглядами? Махарша. Желание глубокого сна или страх смерти присутствует, когда ум активен, а не в самих соответствующих состояниях. Ум знает, что телесное бытие сохраняется и снова проявляется после сна без сновидений. Поэтому к глубокому сну подходят без страха и ищут удовольствие без телесного существования. В то же время ум не уверен в новом появлении после так называемой смерти и страшится ее. Когда обнаружено на третьей пхуме раскрыт внутренний наблюдатель, обнаружено свободно всепроникающее, безопорное пространство осознавания, и мы привыкаем к нему как к своей сущности, мы по-настоящему можем думать о Боге, исследовать Бога с помощью этого сознания. Это не значит, что мы удовлетворяемся этим сознанием. Это инструмент для дальнейшего понимания Бога. И вот здесь разница между «я» и «Богом» становится очень тонкой, очень интимной.
когда устанавливается апарокша, джняна, непосредственное прямое восприятие Бога. Но такое исследование Бога обязательно должно продолжаться, это и есть путь нидитхьясаны. Нидитхьясана происходит от корня тхья, тхьяна. Это тхьяна на брахмане. У нас появился инструмент, распахнутое, бесформенное, созерцательное осознавание, с помощью которого мы можем медитировать на брахмана и постепенно насыщаться светом божественной милости. На стадии нидитхьясаны важно постепенно привыкание к духу самоотдачи. Дух самоотдачи означает, мы учимся расслабляться, раскрепощаться в естественном присутствии и продолжать тонкую брахмавичару, поддерживать естественное состояние. Мы учимся отдавать все кармы, которые возникают этому духу раскрепощенного состояния, и через него отдавать самому Богу, соединять со светом божественной милости. Самоотдача означает, мы начинаем больше полагаться на свет божественной милости и на сам дух присутствия естественного состояния, чем на ум или эго. Наш ум говорит, вот здесь вот так-то. Наше эго говорит, а вот еще это. Мы можем принимать расчеты ума, оценки эго, но они должны быть вторичными по сравнению с духом самоотдачи. Поэтому мы говорим, сначала самоотдача, потом ум. Потом эго. В противном случае мы снова перевернем нашу картину мира, которую мы так долго выращивали. Поэтому святые часто демонстрируют такие реакции, которые не присущи мирским людям, которые действуют из эго. Одна девушка в традиции дзен в средние века обвинила монаха в том, что у нее от него ребенок. Селяне пришли обвинять одиноко живущего монаха и принесли ему ребенка. Обычный же человек, что бы он сделал? Он действовал с позиции ума и эго. Монах в духе самоотдачи спросил, так ли это? Принял этого ребенка, не возмущаясь, хотя он был не его. Прошел год, девушка раскаялась, рассказала, что отцом ребенка был парень из соседней деревни, а вовсе не этот бедный монах. Жители пришли с дарами, подношениями, кланяться, извиняться и забрали ребенка. Монах снова сказал, так ли это? В данном случае он принимал эту ситуацию именно в духе самоотдачи, потому что на уровне ума и эго у него были бы совершенно другие реакции. Самоотдача означает, мы способны отдать переживание более великому состоянию, брахмахамхаве, дивьябхаве, расслабившись, раскрепощенно пребывать в естественном присутствии. Это не мешает то, что происходит, не мешает нашей брахмавичаре. Мы совсем согласны. Вот, у нас есть всеприятие. Мы в глубинном согласии с реальностью, в глубинном согласии с собой, в глубинном согласии с другими. Вот шанти-мантры, которые они поют, откуда они родились? Ведь у каждой мантры есть риши, пророк, это же мантры из вед. Это цитаты из вед, различных вед. У каждой веды есть свой риши, свой пророк. Откуда они родились? Они родились из божественного откровения, из глубинного всеприятия реальности, в которых пребывали риши. Когда мы поем «Локасукинам», «Локасамастасукинам баванту». Из глубинного согласия с мирозданием. По принципу «я согласен со всей Вселенной, вся Вселенная согласна со мной». И вот быть во всеприятии, быть согласным со всем, это и есть показатель того, что ваша самоотдача движется. Вот если хотите проверить, насколько вы реализовали самоотдачу, выберите самого человека, который вам не нравится. И не просто подружитесь с ним. Подружиться с ним – это каждый... Может, даже разведчик. Актер. Любой актер может имитировать. А попробуйте пойти ему в послушание.
согласиться со всеми его иллюзиями, со всеми фиксированными идеями, со всеми клешами и недостатками, просто смиренно служить ему. Даже не в послушании. Послушание – это уже святым надо быть. Это от четвертой пхоми у вас. Не получится. А просто служить ему. Как-то вот... Послужить ему хотя бы некоторое время. И вы сразу посмотрите, что у вас согласно, а что у вас не согласно. То святые так делали. Дандапани, преданный, постоянно живущий в ашраме, путешествует по северу Индии. И он прислал выдержку из определенного журнала, где утверждается, что динамический центр сердца находится справа, а не слева, тогда как физический орган находится слева. Разговор шел в русле этой темы. Махарши. Путь йоги, йога-марга, говорит о шести центрах, каждый из которых должен быть достигнут практикой и превзойден, пока человек не достигает сахасрары, где обнаруживается нектар и таким образом бессмертие. Йогины говорят, что человек входит в паранаде, которая начинается с сакрального сплетения, тогда как джнянины утверждают, что та же самая нади начинается из сердца. Примирение между этими двумя, казалось бы, противоречивыми утверждениями осуществлено в тайном учении, которое отчетливо заявляет, что йогическая паранади исходит из муладхары, а джняна паранади – из сердца. Истина состоит в том, что надо войти в паранади. Используя практику йоги, раджа-йоги, человек начинает снизу, затем поднимается, проходит через все центры, пока не достигает цели. При практике джняны, джняна-абхьяса, человек водворяется непосредственно в сердечном центре. Разница подхода йоги, шиваитской йоги и подхода джняна-йоги Адвайта-веданты в разном отношении кундалини-йоги. В Адвайта-веданте кундалини не так важна или не важна, а важны джняна и созерцание. Но в шиваизме, в шиваитской йоге кундалини-йога важна, и принцип энергии важен, и реализация происходит благодаря и энергию, и сознанию. Мы разделяем эти два подхода. Когда мы созерцаем, пребывая во зрении Адвайта-веданты, этого достаточно. Когда мы практикуем на относительном уровне, мы также работаем с энергией. Искатель. Разве пара не сопровождается пашьянти и прочим? Махарша, вы говорите о речи вак, которая подразделяется так: пара, пашьянти, мадхьяма и вайкхари. Вак есть прана-шакти, тогда как ум есть теджа-рупа или чит-шакти. Шакти есть проявление непроявленного начала. Йогины придают величайшее значение поднятию кундалини до сахасрары, центра над головой, или тысячелепесткового лотоса. Некоторые из них говорят, что выше имеются и другие центры со 100-тысячным или более лепестков. Давайте сейчас не будем останавливаться на этом. Йогины ссылаются на место в Писании, где говорится, что жизненный ток входит в тело через родничок в голове, и доказывают, что поскольку ви-йога, то есть разделение, приходит этим путем, то йога, союз, должна осуществляться обратным путем. Поэтому, говорят они, мы должны практикой йоги собрать праны и войти в родничок для достижения йоги. Джнянины, с другой стороны, указывают, что йогины предполагают существование тела и его отделенность от атмана. Только если принята данная точка зрения об отделенности, йогин и может советовать достигать воссоединения посредством практики йоги. В действительности тело находится в уме, который имеет мозг своим местопребыванием.
Функционирование последнего за счет света, идущего из другого источника, допускается самими йогинами в их теории родничка. Стоп. Очень сложный вопрос. Ум находится в теле или тело находится в уме? Не так просто, как кажется. Логично сказать, что ум находится в теле. Но когда мы смотрим на тело, что смотрит на тело? Здесь мы приходим, к примеру, две головы Бертрана Рассела. Очень важно это понимать. Поэтому многие исследователи мозга современные говорят, что мозг может быть сложнее устроен, чем Вселенная. Потому что от мозга мы приходим к тонкому телу, а Вселенная может быть проекцией ума и тонкого тела. Во всем этом надо хорошо разбираться. И вот принцип Адвайта Веданты. В первую очередь мы входим в недвойственное воззрение. В первую очередь мы рассматриваем тело как психическое, как проявление ума. И мы входим в корень ума, в корень естественного состояния. А потом уже из этого состояния делаем асаны, пранаямы, работаем с ветрами и каналами. Мы стараемся не пребывать в двойственном видении тела и, работая с ним, добиваться трансформации. Мы стараемся сразу принять абсолютное воззрение и соединить его также и с телом. Это означает, что отношение ко всем практикам тела должно тоже меняться. Делать техники йоги, асаны, пранаямы из духа созерцания, воззрения, из духа самоотдачи, из духа расслабления, раскрепощения в естественном состоянии, из духа открытия божественной милости. Есть разные, по-разному выглядит пранаяма, деланная из концепции «я тело», делаемое из видения «я есть тело», у меня есть чакры канала, я хочу пробудить кундалини, и пранаяма, кумбака, делаемое «я есть бесконечное воззрение», я расслабляюсь в свете естественного состояния, я отдаю себе свету божественной милости, я позволяю свету божественной милости делать в моем теле пранаяму. Это совсем разные концепции практики. И вот вторая концепция практики – это более верная, из которой мы пребываем в воззрении и созерцании, а потом уже работаем с методом в поведении, в относительном. Иногда практикующий йогу очень сильно сосредотачивается на телесной концепции. Некоторые хатха-йоги детально описывают, какие мышцы сжимаются в какой асане, и имеют большое развлечение, как эта мышца работает, а как это. Все это не имеет никакого смысла. Если мы понимаем, что само тело происходит из ума. Иногда йоги выполняют какие-то методы, но на самом деле зажимаются, закрепощают себя этими же методами. Поэтому не получают желаемого результата. Они отрывают себя от благодати. Мы же, напротив, должны все больше присоединять себя с божественной милостью и к благодати. И делать из расслабленного, раскрепощенного состояния любые методы и техники, пребывая уже в абсолютном воззрении совершенства своего сознания и Бога. Это имеется в виду под словами «объединить созерцание с действиями тела». Достаточно.
Thank you.